Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» приняли участие в проведении интеллектуальной викторины «Росквиз» на площадке Одинцовского молодежного центра. Темой игры стала памятная дата в истории страны – День Конституции. Как сообщил исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Лариса Белоусова, в игре принимали участие старшеклассники Лесногородской школы, а также Одинцовских школ номер 1, 5 и 8.